шағымдану бойынша облысымызда осы бір жылда 132 азаматтық іс қаралды, оның 36 талабы қанағаттандырылған. Жаңағы лауазымды адамдардың іс әрекеттері дұрыс емес деп сот шешім қабылдады. Мемлекеттік қызметкерлер де бар, оның ішінде жеке мынау үлкен бізде кәсіпорындар бар, солардың жұмысшылары бар. Көбінесе енді мемлекеттік мекемелер қызметтері жұмыс қайта орналасқан. Және де соның 25% жаңағы үлкен жеке кәсіби орындардың жұмысшылары. Мысалы, татуласу рәсімдері арқылы аяқталған істер саны 1535, 2016 жылға салыстырғанда 49 іске артып отыр. Арқатанбет маған кәдеді. Осы жылдан бастап судьяларға санкция бағытын судьяларға берді. Сол туралы айтсаңыздар. Санкция ма? Аха, санкция туралы. Ну что, эти ответы? Я хотела тоже вот сказать, значит, что указом президента сейчас создан специализированный следственный суд. Следственные суды планируются, сейчас как таково санкции рассматриваются в суде номер 2, но сам суд, он на стадии формирования. То есть я вот хотела просто сейчас вот сказать вот, по формированию канцелярии вот, следственного суда. Следственный суд сейчас будет находиться, уже формируется, ведется подготовительная работа по адресу Азатов 140. Да, то есть это будет двухсоставный суд, председатель и судья. Будет 6 работников канцелярии, 1 заведующий, 1 пристав, 2 секретаря судебного заседания и 2 работника канцелярии. Как таково, сам суд уже будет работать с 1 марта 2018 года, а сейчас идут пока подготовительные работы к созданию следственного суда. То есть он образован, но пока еще идут работы по действию. Спасибо. Смотрят, не принимают меры. Если в случае не согласен с их принятием, принятым решением, они могут обжаловать Высший судебный совет, который создан как самостоятельный институт, Высший судебный совет, который занимается кадровым вопросом судебной системы республики. Спасибо. Еще вопросы? Инда без 45 іс қарайды. Кейде 50-ге дейін барады ол қалалық сотта. Енді аудандық соттарға ондай үлкен нагрузка жоқ, оларға айына 10-15 жыл.